Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! В маске, в лифте, потому что ввели новые правила. Я сейчас вам покажу, дам даже почитать. Запрещено без маски находиться в лифте. Вот к чему мы идем. Но нужно соблюдать все, что пишут, чтобы не получать лишних штрафов, не так ли? Сейчас я вам это все покажу. Минуточку подождите. Бегу опять по делам, как всегда. Делаю кое-какие дела. Быстренько шкему. Завтра приготовила. Вот смотрите. Ни в коем случае нельзя заходить в лифт без маски. Дорогие мои друзья, хочу дать вам полезную информацию. Вот я очень долго искала банки, которые отправляют евро, доллары за границу. И практически все банки отказали в Европу отправка. Да, в Грузию, в Россию, Украину есть такая. Но в Европу это единственный банк Япы Креди. Так что мы все свои инвойсы оплачиваем через Япы Кредит Банк. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Сейчас мы отправили около 1500 евро за границу в Европу. Это Енишехир и университет Йолу. Значит, район Енишехир, туда ближе к горам находимся. Посмотрите, какой красивый район. Кругом красивые дома. А это как дворцы, смотрите, новостройка на новостройке. Тут кафешки, но сейчас они некоторые закрыты из них, связано с пандемией, с карантином. Здесь я впервые. Я говорю, Мерсин такой огромный, все не объедешь. И то благодаря машине можно все посмотреть. Мне кажется, там впереди Хастане. Больница. Ну, я не знаю точно, сейчас все спрошу у Настеньки. Красиво, не так ли? Вот смотрите, ситы там, вот Настенька там. Ситы красивые, с цветами. Ой, какая красота. Кафешки кругом. Вот это район. Университетская улица. А вот и сама я. С любовью и уважением. Ваша Светлана Ата. Буду продолжать показывать районы Мерсина. Я как лягушка-путешественница. Очень интересно у меня жизнь такая. Вот сейчас опять встреча. Гуляю по Мерсину. Сейчас еще едем в одно место. С помощью Насти я узнала очень много о Мерсине. Столько чего. Районов таких. Тут рядом находится базар. Ладушки, одеяло продают, еще что-то такое. Пришла я домой, а мой муж уже так приготовил фасоль. Я быстро ее помыла. И сейчас буду готовить зеленую фасоль. А также я по дороге, мне так захотелось в магазине. Вот эта халва с сыром мне очень нравится. В шоке сейчас купила. Пенир хелваси. И взяла сейчас себе, прям предвкушаю, такая голодная. Пеленчную гет. Мы были в кафе и мороженое ели. Вот это взяла и вот такое, пеленчштицель. Ой, сейчас все вместе пожарю. Наемся и пойдем с Натальей форум покажу ей. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Все быстро прошло. 25 минут и уже почти готово. Здесь у меня плов. Плов у меня здесь скоро. Когда вода вот выкипит, вот тогда надо делать слабый огонь, тихий. Привет. Привет. Вот такой ужин я приготовила за час. Пожарила, сварила, приготовила. Силы не знаю, откуда у меня берут. Сашкин сейчас фанту нальет. Выпьем с удовольствием. Наталья живет вот там напротив.
Вот видите, ее балкон на пятом. Сейчас мы с Машкой вам покушаем. Приятного аппетита! И пойдем в форум. А вот и мы с Натальей. Наталья, поздоровайся с нашими подписчиками. Наталья, первый раз ты здесь? Да, первый раз. Наталья без меня не ходила. В тот день я ее потеряла. Она, оказывается, сама на базар ходила с мамой. Вот, посмотрите, со всех сторон у нас... Со всех сторон контроль. Идем дальше. Показывайте, знакомить ее с форумом. Торговым центром в Мерси. Куфло. Лакоста. Никого нету, полупустой наш форум, друзья мои. Де-факто Лескон. Де-факто это не нравится. Вот это котич. Какой-то дизайн хочется оригинальный. Сумочку. Мави хорошая марка. Я фотографировалась. И тут тоже Деремот. Я вот эти босоножки купила здесь. Тут и кожаные вещи, куртки. Такой магазин Деремот. Скидки, скидки. Глаза разбегаются на эти сумки. А это вторая часть форума. Видишь, он не заканчивается. Опять выходить, да? Отсюда, ага. Вот наш форум. Раньше здесь кафе были, а сейчас все пусто. Все, пошли мы Наталье покупать телефон. Купили мы красивый телефон. Вообще, какие здесь телефоны красивые. Эвды за нешин, щипды у алды. Щипды кой, сюда положи. Окей. Посмотрите, какой красивый телефон. Красивый. Очень красиво. Вообще магазин такой хороший. Новинки вам покажу. Опа. Покажу вам. Опа, очередь. Посмотрите. Очередь, очередь. Весь такой. Алан, алан. Телефон алан. Бенмемки. Аблагин ябанджи. Ябанджи дейли. Мерсиндейм артек. Эвлендим бен бурада. Табеки. Еще есть такой. 64 гигабайта. Алла. Это более Алла. Такой. 2500. А это вот сейчас такой купили. 128 гигабайта. Красиво. Смотрите, какие красивые очки Хло. А это карты. Ой, какая красота. Но цены не знаю. Монбленк. Том Форд. Я представляю, какие цены. Вот такие черные мне нравятся. Куплю. Но это для артистов. Вот так вот. Красивые Гуччи, Гуччи. Красота какая. Где они? Купили телефон и решили посидеть, отдохнуть. И тут Sephora продает французский парфюм. Сейчас у нас другие планы, и мы вряд ли посетим этот магазин. Послушайте музыку скрипача. Чего я так слышу? Скрипача говорю. Это кто, дудист? На дудке. Там кафешки. Наталья решила пожертвовать музыканту.
bir şey söylemedi. Ne söyleyecek ki? Teşekkür ederim. Aa, 10 TL olabilir diyor. Teşekkür ederim. Evet, 10 TL. Поделиться с вами своими покупочками, которые мне вчера купил мой муж. Зашли мы, значит, вместе с Натальей в форум, как я сказала. И вчера такие уставшие были, просто никак не могла я вам записать, даже видео показать. И купила себе вот такие две сумочки от Тони Белуччи. Они кожаные, я сейчас покажу и расскажу все вам о них. Начнем с первой. Тут как раз сижу, занимаюсь своими делами. И расскажу вам о этих сумочках. Сумочки кожаные. Посмотрите, вот прямо. Кожаные. Очень удобные. Я посмотрела. Много отдела у них. Много карманчиков. Смотрите, раз, два, три. Еще внутренние карманчики. Вот. Тони Белуччи написано. 3-4. Очень хорошая сумка. И здесь карманчик. Стоит она. Сейчас я вам скажу, сколько она стоит. Чек оказался здесь в кармашке. Все вам покажу. Смотрите, вот его цена. Ее цена. Тони Белуччи. Ну, как-то так. Так, вот эта вот сумочка. Номер один. Мне она понравилась. Почему? Я хотела такую светлую, ну, чтобы, сами знаете, летний вариант. Так, ну, подо все. А вторая вот такая красавица. Видите? Тоже кожаная она. Я сейчас перешла на маленькие, меня не устраивает, потому что я с компьютером хожу, вот кожа настоящая. Я люблю такие все яркие вещи. Так, и цена ее какая, даже не знаю. А, вот. Видите, 558. Мне кажется, я удачно со скидкой купила. Тони Белуччи. И покажу, какая она внутри. Вот смотрите, здесь тоже у нее такой карманчик. Карманчик открытый, глубокий такой. И ремешок длинный. Здесь вот смотрите, она так на магнитиках. Эти два магнитика здесь. И вот внутри такая. Два отдела у нее. И еще карманчики внутренние. И, естественно, молния. В общем, друзья мои, я очень довольна. Очень. Мой муж меня очень порадовал. Тони Белуччи. Ну, естественно, когда качественное, все сразу прямо приятно. Так что вот такие две сумочки. Два таких подарочка. Наконец-то попали мы в форум. Я выбрала себе. Ну вот, буду ходить и радоваться. И благодарить мужа за подарки такие. Ну вот, все-все-все. На этом буду заканчивать видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю и целую. Пока-пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.